Друзья, мы зашли наконец-то на бои. Еле-еле зашел, на входе просто полнейший пиздец. Людей столько, что я в жизни не видел. Я поставил всего 5 минут, уже абсолютно мокрый. Андрей должен был внести в списки, но как-то это все криво получилось, либо меня просто не нашли. Дали ленту, но дали ленту другого цвета. Сейчас дождусь, пока Леша даст интервью. Вот этот пиздюк, чтобы поменять себе ленту. И куда-то пойдем. В целом очень круто, много людей, уже пару интервью шагал, там ребят пофоткался, атмосфера просто крутая, и будем болеть. Итак, первый стоит на этом ринге. Сегодня участвует первый парень Владислав Дзюба, Валькал. Против него выйдет на ринг Родион Кушнир, Доктор Фрейд. Абдул-Карим Гуламов, Перс. Против него появится Константин Рудич. Нельзя пальцы в глаза. Третья пара на этом ринге. Нельзя по яйцам, нельзя в затылочную область. Ярослав Фролов, Спартак. Затылочная область, потому что может сразу сотрясение. И позвоночный столб, это очень опасно. Все остальное тогда можно. Если руки на полу, да? Это идет на бой. Я просто по правилам нельзя, но здесь можно. Дмитрий Сикаев, будни-будды. Ты на конференции молчал, друг. Будни-будда есть даже, если не ошибаюсь, канал на YouTube. Вот Дмитрий Сикаев. Тот раз было 3 игра, а этот раз мы... Поебалу с ноги можно, локтями тоже, короче... Одессу можно. Сбитой выходить можно. У нас тут самые VIP-места, прям на параше сидим на лестнице. Ты проебешь, у тебя руку еще проебешь. Там скользко, это пизда. Да, вот так, кстати, учи. Скользко, это пизда. Да, вот так, кстати, учи. Блядь, охуеть. Блядь, просто вырубил, ты видел? Ебать, он сука. Я сам вахуй, блядь. Ебать. Победу одерживает боец из синего угла ринга Антон Валерьевич, недовикатко, лейтенант полиции. Слушай, а давай ногами подерем. Ну там это лето, понял? Ноги, руки, кроме секса. Давай, где ты есть, уважаемые бойцы, вы же блогеры. Сделаем реванш в следующий раз обязательно. Нихуя, клим на мои баллы. Дайте шоу, Саид. Громче, громче, громче. Аморальный. Напоминаем, бой длится до остановки. Рефри либо до
сдача одного из бойцов. Давай, братик, давай! Давай! Никитос! Давай! Прощупай! Пацаны, челнок, не прыгайте! Стойте на двух! Ножки, Саид! Хорошо. Давай, давай! Давай, Саид! Давай, Никита! Он сейчас пойдет, Саид, выдерни, он сейчас пойдет. Только смещайся, если что, смещайся. Он сейчас пойдет! Заходи, брат! Давай, Никита! Саид, заходи! Все на живот, Саид! Давай, еще Никита! Бойцы, займите место в центре ринга. Победу в этом бою одерживает Саид Энерджайзер. Давайте поддержим аморального типа за стойкость. Тоже аплодисменты. Угол ринга. Мы приглашаем Алексея Погреева. Дайте шуму. Да! Алексей был оскорблен и получил даже немножечко
от Ярика. И поэтому сегодня они выяснят свои отношения на ринге по-мужски, по-взрослому. В честном бою по правилам бокса рефери в ринге Евгений Манихалов. Come on!
ты голову опускаешь? Ну. Давай, вперед! Вперед, давай! Убей его! Зацепился за канат. Да, давай, чувак, ну не опускай голову. Дайте шуму! Ярик против Лёши Макеева. Итак, в этом бою по правилам бокса победу единогласным решением судей одерживает Ярик из команды бокса! Но я хотел бы попросить вас все-таки поддержать Лешу Покриева за то, что не побоялся вызвать, за то, что вышел на ринг. Ну что, с Богом? Понеслась коза по ипподрому. И в красный угол ринга приглашается Мопс Дядя Трос! Ну что вы, головы мои родные, ждали? Здорово, шо вы там малы? Не забывайте под камеру сердце. От души подарка за желтые бубочки. Пацанам огромный привет, девчатам сердечко, значки. А теперь весь Ехабадский советую не колотить банты. Ведь я с того города, где гадят таких вот нет, как ты. И не помогут мусора, прокуратура и суды. Когда я войду в тебя, ты, сучка, прочувствуешь все тела. А ты, я вставлял новые зубы. В итоге дело, ты порвал шлаг, а я порвал ютуб. Слышь ты, батя, ты ошибся здание. В этом здании тебя выделили. И в синем углу ринга Бойцы, подождите.
ребята, дайте мне. Центр подошли. Как и договаривались, напоминаю зрителям и вам правила. Можно все. Серьезно, я хотел, чтобы было что-то не так, все, стой, нормально.
крысава. Чувак, это так красиво. Ребята, давайте, слазьте туда. Давай, давай, слазь, слазь, слазь. Сейчас все следует. Давай, не все, ты тоже. Что скажешь, Леша? Ничего. Чувак, они упали прямо на меня, это пизда. Это... Чувак. Тупо... Ну кто знал, типа, что такое? Подопите руку. Меня зато хайп. Друзья, давайте поддержим аплодисментами наших бойцов и того, кто стоит, и того, кто лежит. Вот так вот. Стреляться будет. Кстати, хорошая идея. Следующий это пистолеты. Дуэли будут у нас. На живой бой еще есть интересно. О, меня забили. Это пиздец. А Юра, я думаю, самое время поблагодарить наших партнеров. Медицинскую поддержку оказывает клиника Борис. Борисце завтра домой. Одно могу сказать точно, глядя на все происходящее. Мы опасались, если честно, за другую травму, но это другая рука, это не лопатка, это не локоть левой руки. И вот держите ногти! Да. Ты помог мне человеку только что. Кровдесенс. Подходи. 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 Да. Ребята, вы видели, бой был очень зрелищный. Закончился, к сожалению. Печально, но тем не менее. В этом поединке очень болевым приемом победу одержал Мартыненко. Залечивать раны, ну а мы с Юрием Третьяком приглашаем вас на третий блок файтс, который состоится в феврале. Следите за анонсами. И, конечно же, мы за здоровый спорт. Андрюха, просто мне тупо лучше. Изи, мне лучше. Чувак, ты охуевший. Ты не виноват. Мне реально стыдно за то, что я сделал. Ты виноват, Ритер, что вовремя не остановил. Я не то, что я упал, мы упали нормально. Нет, я видел, ты сделал болевой, это нормально. То, что рефери вовремя не остановил, он стучал. Он стучал, он постучал уже. Поздно постучал. Не, я увидел, он тук-тук-тук, я уже отпустил. Я должен был рефери предугадать и... раньше поднять. Чувак, это просто пушка. Ты тупо порвал. Чувак, ты летишь прямо на камеру, прямо в лицо, и видно, как он. Я не знаю, мне стыдно. Ты молодец. Ты помнишь, Бартер, вот этот, как мы отрабатывали? Мне было бы не так стыдно, если бы проиграл. И ты мне говорил, нахера ты мне руку так больно жмешь? Выламываешь. Вот ты тупо то же самое сделал. Опа, интимчик. Ну что, справедливо? Вернешься к прошлой жизни? Идем или... в KFC, чувак. Может, по пивку? Так там и продают пиво. Я ухожу из спорта. Ты только пришел. Да давай, короче, сразу все. Саня, бегом, бегом, Саня, ты же не оператор. Я вообще считаю, что не надо. Что? А ты можешь на такси отправить или на пусть отправит? Да все, куда? Домой ко мне. Я понял. Хорошо. Ну я буду бежать, я тебя наберу через 5 минут. А все, Андрюха, давай. Давай. Ребят, всем бывай, счастливо. Все, пока-пока. Ребята, это просто лучшее, что я видел в своей жизни. Блядь, у меня просто нет слов. Это пиздец, я просто очень сильно горжусь этим человеком. И это охуенно.